Привет, друзья! С вами Rush Narizuka, это онлайн-мясо по игре Mortal Kombat. И сегодня у нас собрались сильнейшие бойцы, но их пока так мало. Это Lionel 721, Grand Коля и Rampfire, он же бывший Беркут. Вот. Остальных бойцов мы ждать не будем, они подсоединятся по ходу боя. А мы начинаем! It has begun. Так. Итак. Надо вспомнить все, что я умею. Или умел. А я тебе помогу забыть все, что ты умел. Навсегда. Хреновая карта. Располагать будет. Нормально. Так, заставки не скипнем. Он вон первый раз зашел сегодня. Опа! Хоть первый удар за мной, ладно. Так, хорош вспоминать. Чем больше ты помнишь, тем быстрее я проиграю. Гори в аду, гори в аду. Этот гарпун мне прям столько приносит удовольствие. Вот. Это поможет тебе забыть. Вот этот удар сейчас следующий. Он должен помочь забыть все приемы. Я поцеловал твой сапог. Он оказался невкусным. Пак, он не забыл. А я начинаю забывать вообще все. Ох, какой ты злой. Как упал-то, а? Ногами кверху. Блин, я знал, так и знал, что ты сейчас это сделаешь. А кто же стоит на месте? А хотел подпрыгнуть, но было поздно. А, вот. Ау. Ногой с разворота. Ну что ж такое-то? Ну что ж ты, как так можно лежа встать сразу же, если я вниз нажимаю? Да блин! Это мой удар. Да, вообще просто в сухую. Так, фатальти, фатальти, фатальти. Блин. Все, я не думал, что я выиграю. Да ладно, против меня я думал, что не выиграю. Как так можно думать? Слушай, я только неделю две назад купил приставку. Ну, мы тебя поздравляем всем мясом, что ты купил приставку. Даже девятку поставил. Я хочу сказать спасибо за то, что ты меня сагитировал на это. Твоими выпусками, твоим каналом. Так, а вот сейчас я буду получать конкретных люлей от Лионеля. Я думаю, да. Хороший игрок. Сейчас так и будет. О, боже. Лайнел в прошлых сериях себя очень круто показал. Триумфальное возвращение. Так что, да, с ним будет биться тяжело. Так, смог. Where there is smoke, there is fire. Let's see what you're made of. Round one. Come on. Fight. Так. Что мы помним с смоком? Не бьем он был, ничего смока. Это было больно. Что-то X-Ray больно быстро накапливаются. Ну хоть немного от него жизни. Как это произошло? Ого, давай. Сильных бойцов нужно побеждать.
Красава! Во-во, давай, 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 давай! Еще разок что-нибудь! Почти выиграл! Ну ничего, ничего. Еще не вечер. Да, еще только утро. Ну не утро, для меня это почти утро, я поздно встаю. Опять брейкер твой. Ну что ж вы здесь сделаете, а? Хватит брейкать мои комбы, они так херово получаются. Зашелся-то вообще. Зараза. Красава. Один-один. Мы не по фактам сделаны. Все, вспомнил приемы, да? Теперь капец всем. Да нет. Так и знал. Ах ты зараза. Ну, кажется, уже можно петь панихиду. Да, последний шанс остался. Ну, давай, давай. Эх. Чуть-чуть не выиграл. Теперь кишки. Бейсбол. Долго же ему придется отдирать мою башку. Ну, может, он не сам это будет делать. Но дебют неплохой. Да, очень неплохо для начала. There is a new king. Так. У нас один игрок присоединился к нам еще. N3, в общем, N с номером. Итак, Гранд Коля вышел на арену. Что нам покажет великий мастер Коля? Нет, игрок с ником Гранд Коля не должен проигрывать. Я сегодня первый раз зашел онлайн. Все сегодня первый раз зашли. Ну, кроме Лайнела, может быть. Эй, это была моя отмазка, не надо. Show me what you can do. Round one. Fight. Отходи. Ты же в углу, отходи. Коля, соберись. О, молодец. Молодца, вот это мощно. Тебе нужно собраться и разобрать его на запчасти. Дай мне металлолом. Подсечку, подсечку, подсечку. Черт. Нужен, нужен брейк, наконец. А ведь мог выиграть. Давай, не нервничай. Стоим. Да давай твой комбо, что ж ты стоишь на месте? Он замерз, поэтому и стоит на месте. Вот если замерз, наоборот, надо двигаться, чтобы согреться. Можно? Коль, хоть брейкер.
Не отошел еще Гранд Поли от праздников. Ну ладно. Там зашел Алексей. Так, ну хорошо, что заходят новые ребята. Видите, комната Алексей, постепенно зачем? Заполняется. Как мы начали биться, сразу же начала заполняться. Так это старый мясер. Он потом еще взял на мемпе. По морду мясо тоже. Сейчас посмотрим. Вон. В образе китана. А, ёлки, я ж дерусь, как я посмотрю. Ладно, потом посмотрим, кто там, что там за Алексей зашел. Джонни Кейдж. Проигравшие пока могут попить шампанское, если оно у вас осталось с Нового года вдруг. Пока смотрите поединки. Кстати, зрители, не забывайте писать в комментариях, кто лучший боец серии, кто чей бой лучший, кто против кого. Самый зрелищный бой, я бы сказал, такой. Выбирайте, пишите. Ой, блин, с Кенши драться это вообще жесть. Не люблю с ним драться. К нему даже хрен подойдешь. Вот видите, я чуть-чуть. Огрипание люлей на расстоянии. Он еще и отбивать умеет. Делай красную ногу. Да вообще ничего не дает сделать. Вперед, крест. Вообще жесть какая-то. Просто я даже не знаю, как к нему подойти. Вперед, крест. Так, молодец. А потом еще назад. Вперед, крест. Я не успеваю там вперед, что-то там. Я просто получаю. Отдыхаю, получаю. Да что ты, блин, ну засранец! Он сам тебя собирается. Вперед, крест. Так, молодца, супер! Вот это вот уже на попу вообще побольше. Давай, бей его коленом. А, каким тут коленом? Тут сейчас колено-то отрежут. Ну, блин! Мы, ну как? Вот что против такого удара делать? Ты просто запомнил одну комбу. Вперед крестик, а потом крестик, назад крестик. Все, это легко запомнить. И вот эти комбы можно спамить и набить. Ну да, крестик. Это самое лучшее, что это бить, на мой взгляд. Ну, блин, нечестный бой, конечно. Но... Да нет. У нас нечестных не бывает боев. Ну, Кенши против Кейджа, это как можно вообще? Нет, ну, виноват тот, кто выбрал, Олег. А, да, Алексей. Ведущий мясо на ПК. Рептайл. Джонни Кейдж. Так, у нас на арену вышел N номерок. Алексей без гарнира, походу. Я там покажу, как надо играть с Кейджем. Раунд 1. Файт! Ну, Кейдж у Лионеля хорошо. Так, а Рептайл неплохо начал. Походу это задрот. Даже по имени понятно. По имени. Рытый задрот. Да не, имя ни о чем не говорит. Ну как бы. Ну кто тебе захочет такой ник в КПН?
Только клон. Смотри-ка, молодец, выиграл. Раунд 2. Файт! Охренеть, круто давай, дерется, давай, круто рептайлом дерется. Один один. Лайнел начал немного читать его тактику. Так, ну это, блин, уже заявка на победу. Серия такая у Кейджа, блин, хрен от нее отойдешь, да, получается? Они на рамку. Канель, давай. Молодца, давай, 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 добивай, добивай. Бред. Ну же. Уйди за два, уйди. Блин. Лайнел все-таки победил. О, давно не делали стейдж фаталити, и я этому рад. Ну, он молодец, хорошо бился, почти выиграл. За что ему тоже респект. Ему, видимо, не понравилось. Он обиделся. Да-да-да. Throne defended. Сейчас моя очередь согревать. Ладно, ну давай, Рэмфайр, огреби. Или выиграй все-таки. Слушай, подожди, у нас Лайнел как тебя победил, по-моему, так и все. Так никто еще и не смог его сок, у него 4 победы. Мне кажется, никто не сможет. Олег, да нет, можешь? Смогут. Почему? В прошлом бою чуть не выиграл чувак у него. Раунд 1. Файт! Так, ну вот опять же Рэмфайр начал неплохо. О, молодец. То есть все молодцы. Нельзя бить девушку. Так, ну давай, давай, соберись, осталось пару ударов. О, молодец. Отлично. Я, говорит, только вчера приставку купил. Не вчера, а 2 недели назад. Он разгадал. 2 недели назад был Mortal этот Новый год тут. Совсем недавно был, там, наверное, не до этого был. Не до затрачивания. Ай-яй-яй-яй-яй. Я-то после Нового года домой только пришел 3-го числа. Слушай, ну вот, 2-0, так, офигеть. У Мелины я помню. Так. Ну уже. Фух. Не подвел. Отлично. Помню. Вот и Лайнела скинули. Может, с трона. Не, Лайнел вообще один из моих любимых мастеров. Вообще за что-то болею.
Он такой техничный боец и может креативить. Это большая честь победить такого бойца. Такому-то совсем забил уж нас. Там, по-моему, супервлач должен был выйти на арену. Угу. Супервлач. Он давнишний боец. С ним нужно быть осторожней. На арену выберу. Он может и нечаянно избить. Нечаянно. Проходя мимо, мазнуть кулаком. Неожиданно, так сказать. И вывихнуть челюсть. Рейден. Не люблю Рейдера. Я отомщу! Thunder, take you. Разрази себя гром! Round one. Fight. Блин! Что от меня сейчас было тогда? Не надо так делать. Да что такое? Да, ну пока без шансов вообще. Влад не может собраться в этом году никак. Черт! Перелом позвоночника. Черепно-мозговая травма. Вторая молния. Ненавижу Рейдена, честно. И за это ты его избиваешь. Вот это было неплохо. Вот это было плохо. Я все прилагаю. Два ноль. Блин. Мне даже, заметьте, не пришлось комментировать этот бой. У нас Рэмфайр все хорошо комментирует сам. А вот фаталити забыл. Ну, блин. Какая улыбочка-то зловещая. Блин, Алексей мне поставил единицу. Алексей! Я на тебя обижусь, блин. Тебе еще и суперлач поставил, который только что побил. Ой, скучный был. Я старался, как мог. Сейчас посмотрим, какой веселый бой нам Алексей предоставит. Да я играть не умею. Ой. Ладно, на ПК там задротил. Там лаги помогают тренироваться. Они делают сильнее. Я там на клавиатуре играю, вы чё? Ну, ты вообще тогда убийца должен быть. Mortal Kombat. Я не представляю, как Mortal Kombat можно на клавиатуре играть. Надо быть, наверное, пианистом профессиональным, там, не знаю. There is smoke, there is fire. Это жутко. For the Shokan! Round one. Алексей, только не спамь, я тебя прошу, ладно? Конечно, да, сейчас. Ой. Только не бей еще, скажи. Ну вот началось, я так и знал, блин, надо не лизну было брать. Первая атака это еще не спам. Вот это уже начинается спам. Ну а что поделать, если... Вот и там фанит. Конечно.
Не надо! Дави, Лёха, топтай его! А ты... О! Не попал. Да чёрт! А у меня, кстати, никогда не получается с Шивой спавить. Как-то все игроки обычно избегают этой атаки. Да что сказать? Я уже ничего не помню. Боже! А перкот-то все помнят. Да, видимо, вот этот прием против смока хорошо работает. Особенно против его телепортационных атак. Алексей, давай. Да. Ты помнишь какие-нибудь там комбо, я не знаю. Вот это что? Вообще не помню. Я помню только верхний и вот апперкот. Ну, зачем могу знать комбо, когда и так работает? О, смотри, в этот раз отбился. Ну вот видишь, ты телепатист, не даёшь, не ждёт никакой комбо. Будешь считать это за комбо, да, 4 удара. Ай! А чё это я? Вот это ай. Ладно, ладно. Ай пришёл незаметно. Весело с тобой, конечно, ты меня сделаешь. Лёх, пускай фаерболы-то в него. Ой, я просто вспомнил. Как он мне не дает делать. Происходит избиение младенца. Причем младенец избивает себя сам. Потому что... Потому что применяет одну и ту же атаку, после которой нарывается на апперкот. Эх, один удар, Лёха, что ж ты, как же ты так хорошо выигрывал. Лёха, все равно была веселая игра. Мне было прикольно. Ну, видимо, Лёхе было не прикольно. Да не, вообще-то все равно. Я так проснулся. Воду надо. Блин, кто мной поставил? Супервлач. В прошлый раз он поставил один. А, вот еще. Неблагодарный. Я здесь шоу устраиваю, они, блин, налим мне ставят. Так, кто там у нас? Кто там пришел? А, Гранд Коля вернулся. Гранд Коля обещал всех рвать на куски. Не надо, я такого не говорю. Я не буду оригинальным. Говорил, я помню. Кейно. Что-то часто Кэна стали брать в последнее время. Как он по решетке крутит мышцы? Кэн, может все, он же одноглазый черт. Если там одноглазый, он все может, что ли? Во, отлично, он просто дал сливачка. Во, нифига себе комбо с головой. Как его делать, это комбо? Я бы тоже хотел его делать. Мне кажется, его делать как голова квадра. Это приветствие. Кто-то вроде Зиги. А я бы запал его всего. Колян, давай!
Потому что Берг повернулся. Это что за удар? Так только шлюх бьют. А что, по-твоему, шлюха? Я всего лишь переспала с парнями и все. И даже денег не взяла. А ты меня как шлюху? Ну что ты встал-то? А! Ты зря сказал. Ну давай, пожалуйста. Так. Вперед вниз, вперед, любовник! Как можно скорпиона фаталити не знать? Ладно. Черт, блин. Pay your respects. Так, сейчас все налип. Да, как можно фаталити не знать. Пришло время сместить тебя с трона. Я серьезно настроен. Сейчас руки разомну. Как думаете, кого я сейчас возьму? Кто не знает, кого я сейчас возьму? Ну давай, давай, бери своего самого сильного бойца. Это не мой самый сильный боец. Месть не заставит долго ждать. Ну ладно, я сейчас проиграю. Начинается сразу. Ой, ладно, я сейчас проиграю. Ты сейчас сосёшь. Давай, давай. Костюмчик оделся. Это будет легко. Праздничный. For the Shaolin. Round one. Так, Дед Мороза не бить. Чего? Дед Мороз в очках. Так, так, стоп. Вот он сидит для направления. Память. Память. Ух ты, блин! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ох! Давай, давай, Кунг-Лао, у нас осталось немного жизней! Нужно его срочно нагибать! Блин, не тот удар я сделал! Я должен был телепортироваться, почему-то в сторону отпрыгнул кривой джойстик. Не смеши меня, я уже все кнопки забываю. Прекрасно, ты меня смешишь. Да блок что не работает, я же держу блок! Да нет! Я тоже не так вставлю. Фу, все, мать. Уже пройдул ставку. Я убью сейчас. Всех убью. Все, что... Черт возьми. Блин, жаль, я не взял листок с фаталити. Я думал, меня здесь уделают, и что? Двойки! За что? Ты старался? За спам! Или фаталити? Ну, фаталити, да, согласен. А спам-то при чем тут? У краша, знаешь? Это был какой-то рэп. Так, ой. Ну это все. Это да, все, это рептайл. Это крутой задроченный рептайл. Сейчас он должен победить. Я прощаюсь с вами, было очень весело. Тебе. Нам тебя будет не хватать. Запомните меня коммунистом. Тебе здесь сейчас набор цифр делает просто. Да, поехал. Неплохое начало. Я его ударю сегодня или нет? А-а-а.
Да это хоть врезать я разок, как такой врезать. Ну хоть спасибо. Ну я же говорил, что это подрос. Что здесь так-то? Вроде он ничего такого не делает, кроме пути комбо. Он ничего не делает, кроме того, кроме того, чтобы всех мучить. Он же никто не делал, но ты мотал. Так, а кого там он Лайнел побить не мог, по-моему? Рептайлон-то. А тут что-то у него прям попёрло. Он разогревал. Его неплохо разогрел. Просто посудил. А, все, фаталити не было. Где фаталити, ёпта? Да. За клонство. Не люблю клонов. Надо честно играть. Каких клонов? Парень не под своим ником. Так, Naked 123 вышел на арену. Он сегодня у нас, по-моему, еще не бился, да? Или бился? По-моему, нет. Кажется, совсем на пучок. Нет, его не было. Так, у нас Sub-Zero против Джонни Кейджа. Некит скипнул ролик. Бейте его. Никита, как сердце кого? Никита, не вернись, ты где мог я попал? Так, ну он у нас жжет не только рептайлом, но еще и Sub-Zero отмораживает. Молодец. Ох, хорош такой позе заморозил. Как балетная такая поза. Так, балетная Кейдж что-то поза. Сопротивляется. Что-то Кейджем стал играть как-то не модно в последнее время. Это жестко было, друзья. Я не знаю, как с другими бойцами он будет биться, но тут порвал просто. Оценки разноплановые. Так что... Лямель должен его порвать. Так что-то я забыл, что мы сегодня ставки почему-то не ставим. Так, сейчас у нас Лайнел против Н. Ну, в принципе, Лайнел уже у него выигрывал. Даже не знаю, на кого поставить. Он даже не взял Лайнел. Я поставлю на Н. А вдруг он выиграет? Друзья, пишите в комментариях, на кого вы поставили. Я по-любому болею за Лямеля. Да, он взял сектора, он сектором дерется. А может бы всех посмотреть? Так, ваш сектор всасывает. Пока. Ох ты! Да, я даже не знал, блин, не надо Джаксом играть. Классно, он его сверху-то вколотил. Так, ребят, с вас все по косарю скинулись, вы меня проигрываете. Ставку. Может, я...
Давай, Джакс, давай, продолжай в том же духе. Он просто ничего не может против себя противопоставить. Остался провести ему пару ударов и X-Ray, и победа за нами. И все участники скидываются нам по косарю. Подсечку! Тычок! Молодец, все! Сколько там у нас человек в зале там играет? 7 человек? 6. 6 косарей, ребятушки, на стол! Сюда! Сразу ставлю чирик. А я на нолик. Ну правильно. А вместо 1000 какой? Это опустошило твой карман. Ну что, супервлач решил еще раз испытать свои силы в очередной раз. Сектор. Скорби. Влад, бери резко смог. Против сектора хорошо смог дать. Чок. Некит отлетел. Некит обиделся. Делаем ставки, друзья. Кто на кого ставит? Я ставлю на N. А я на супер власть на лично выиграю. Я ставлю на Влада. И в принципе. Потому что я могу что-то влачил делать. Хитрюга. Ну если ты влачил делать его, ты уже не сможешь его уделать. Давай, супер влачил, ты сможешь, давай, трей. И... Давай, сейчас. Раунд 2. Файт! Мне нравится блок Скорпиона. Он как будто говорит противнику: да иди ты нахер. Давай, Супервайк, ты уже полжизни мы смерт. Ты сейчас так же их увидишь. А, вниз надо встретить там, кажется, я не помню. Влад, ты скопируешь ты. Ну, так, тоже. Хорошо. Давай, запускай. А, поджарить не получилось. Блин. Не, не надо. Поджарился сам. Встретим давай, вниз надо встретить. Что ж ты делаешь? Что ж ты ждал-то? Давай, я на тебя поставил. Добивай. Нет. Подсечку. Нет, давай, ногой, телепорт. Ребята, вы уже сколько там должны? 12 косарей? Give your respect. Я на ноль. Я на ноутбуке купил. Так, сейчас Леха у нас выходит на арену, я даже не знаю, на кого ставить. Коля, тогда давай. На твоих ставь. Ребята, давайте делаем ставки. Я ставлю на Алексея. Он должен победить. Леха, давай. Рандом. Слушай, когда на тебя ставят, давай. Не нужно рандомить. Так, вот так правильно, там, бери свою девку. Ты ей только и умеешь играть вроде. Нет, правда, наверное, теперь на клавиатуре. Может, тебе клавиатуру подсоединить к приставке? Может, у тебя лучше получится? Так вот, все. Я уже ставил клавиатуру, сейчас не буду играть. Там так вот быстренько.
You will learn respect. Быстро сгонял меня за пивком. Fight. О, а что это такое? А ты прыгай там. Лёха, давай. Ух ты, я даже не знал. Она сама это сделала. Она сама? Она тебя не слабит? Зверка такая. Она мне помогает. А чё у меня так мало жизни только? Лёха, пьяный что ли? Нет. Что, Пашка? Комп дропит. Даже приедь его нахер. Вот, супер. Не, он меня поймал. Это уже. Он тогда сбивает. Лёха, блин. На тебя поставили. Ну я не виноват. Он поддается, я вижу. Может, он тоже на тебя поставил? Воспользуйся этим. Ножик. Молодец. Он Китана уважает. Я другого утра не вижу. Ну, а дальше квадрат. Да, и там куда тоже? Вперед, трюк, потом там квадрат. Блин, я не играю с Титаной тут. Он меня убивает. Ну что ж, а что ты стоишь? Ну мне страшно, он бьет. Вот сейчас шанс. Опа, опа! Молодец, сделай что-нибудь, пожалуйста. Что ж ты, сверху удар сделай этот, как его там, у нее? Или это не у нее? Отлично! Молодец, так. Фу. Еще не все потеряно. Собрались. О, ладно, все, брехать мод. Да, давай, приступай. Квадрат не работает, я тут вообще не обманул. Вперед треугольник, потом квадрат. Он не работает, я жал. Я тебя не обманул, ты. Я тебя поставил. Во, я. Лёха, тогда. Давай. Ну что? Ну всё. Осторожно. Эх, плакали мои бабки. Pay your respects. Фигу там. Ноль. Ноль. Он не заслуживает уважения. Ну нет. Ладно, заслуживает. Он не поддавался. Он вас делает, как щенков. Да, но это еще ни о чем не говорит. Тут полно парней, которые могут... Кстати, ребята, последний бой серии. Если претендент выиграет, то будет бонусный бой. Гранд Коля, на тебя вся надежда, великий Коля. Давай. Если проиграет, то конец серии. Так что поболеем за Колю. Коля, тащи. Респект, не мешает, Коля, тащи, дай ему в щи. Нет. На меня надежды нет. Прекрати так говорить. Я потому что уверен. О, как Коля выскочил из песка. Просто он настроен на победу. Ставки сделали, друзья. Я ставлю на Колю. А я не могу. Давай, выходи.
Как же так-то? Вертушка же должна была. А у него из-за этого уже был шипор. Шляпай его, шляпай! Нет, нет! Да у меня кнопки не нажимаются, нихера что-то, блядь. Видишь, что у меня так шляпа. Наверное, тоже с клавиатурой играл, да? Не хватает его просто. Блин, вообще жестко нагнули в этом раунде. Колян, тренируйся, в следующий раз вся надежда будет на тебя. А на этом данная серия завершается, друзья. Всем спасибо за участие. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, как можно больше лайков, чтобы было мяса как можно больше. С вами был Рашнарезук и прочие мясеры. До новых встреч. Пока-пока.